Всем привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в RimWorld Alpha 16. Не успел я запустить игру, как сразу на нас совершили налет. Тут вот товарищи прилетели. Товарищи из Dark Mesa, из нашего любимого, собственно, вчетвером. И причем вооружены они у нас так довольно-таки неплохо. Снайперская винтовка, автомат, энерговинтовка и эмигранаты. И у нас в это же время отлетела Лин. Просто красота, блин, просто зашибись. Даже не знаю, что мы сейчас будем делать, но как бы двоих мы в любом случае сюда выставляем. Посмотрим, смогут ли они затащить с пистолетом и с УЗИшкой. Кстати, корежем. УЗИ. Так. Отвратительно. Сколько у него там? То же самое, в принципе, что у твоей, да? Эх, печаль, беда. Печаль, беда. Ладно, попробуем. Так, Янг-то с пистолетом. Может, и гранаты, да? Может, тебе гранаты дать? Хотя они будут издалека, мне кажется, палить по нам. Они все-таки все вооружены, кроме одного. Кроме одного. Ладно, давайте попробуем. Йонг, возьми тогда гранаты пока что. Возьми пока гранаты. Пока суть до дела, да? Корежа будет отстреливаться из УЗИшки. Так, вставай сюда, Корежа. Будешь фигачить по ним. Да, дотягиваешься до самого конца, это хорошо. Это хорошо. Так, если товарищи пока нападать не думают, но рано или поздно они это сделают, блин. Нам надо хотя бы двоих убить, чтобы остальные свалили. Надо хотя бы двоих завалить будет. Так, Йонг, ты гранату взял? У тебя такой себе радиус, конечно, получается. Ну ладно, попробуем. Попробуем таким образом. Иди сюда. Сюда вставай. Так, Корея, сюда, наверное, передвинься. На, вот таким макаром стой, короче говоря. Будешь отстреливаться, Йонг. Йонг у нас сейчас встанет, наверное, сюда. Будет фигачить гранаты. Не знаю, по центру куда-нибудь. Еще тут камни, конечно, эти дурацкие, они за них встанут. Будет не очень. Ладно, попробуем. Попробуем. Чем, как говорится, не шутит, да? Чем, как говорится, не шутит. Так, как у тебя получается? Так, да, не очень. Не, встань-ка сюда. Встань лучше вот так вот. Будешь херачить хотя бы этот... Там же один из них с гранатами тоже к нам, скорее всего, пойдет. Поэтому по нему и будем херачить сюда. С того расчета. Ой, жесть какая-то, да. Это, конечно, нам не подфартило. Только казалось бы, что все пошло на лад, да? И на тебе, пожалуйста. И на тебе, пожалуйста, на здоровье, что называется. Распишите, получите, распишитесь. Ладно, давайте уже нападайте. Фига тут столько животных, капец. Только сейчас мясо можно было бы добыть. Просто жесть. Идите уже нападайте, ёпросты. Так, риск срыва. Не надо, пожалуйста, корежа, ты держись, а. Держись, только сейчас не стрессуй. Потому что сейчас у нас идет нападение. Сейчас у нас идет нападение. Так, побежали. С автоматом, с энерговинтовкой, да? Это будет больно. Это будет как минимум больно. Пишу, дурачок, решил дверь нам поломать, ладно. Так, корежа, отстреливайся, давай, стоп. Янг. Фигач гранаты сюда. Сюда, фигач. Давай, давай, фигач, фигач, фигач. Ну. Черт подери, не взрываются, заразы. Черт подери, не взрываются. Так, Янгу досталось. Так, корежа, держись, корежа, держись. Так, Янг, ты куда херачишь? Херачу сюда, пожалуйста. Так, ты как у нас там? Ты у нас с синяками просто пока, да? Ладно, держись. Все, отлично, завалили одного. Давайте еще одного завалим. Давай, 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 подходи. Что-то раньше не подошел, зараза. О, вот что здесь, правильно. Давай. Так, найс. Еще раз давай, хорошо. Давай, 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 давай. Да что ж такие живучие-то, зараза. Ну, взорвитесь уже кто-нибудь, пожалуйста. Есть. Фух. Получилось. Получилось. Так, ты как себя чувствуешь? Ну, фигня, уйдешь. Ну, ты тоже, скорее всего, уйдешь, да? Так. У нас есть теперь энерговинтовочка. Зашибись. Так, Янг, ты как там, сильно ранен? Ты, короче, убегай лечиться тогда. Отдыхай до выздоровления. Блин, горелый. Так, корежа.
Конечно, ты у нас врач, это хорошо. Ты сама как сильно ранила? У тебя там только синяки, по-моему, были, да, я надеюсь, без кровопотерь, да. Фу, Корежа у нас врач, его нужно беречь. Так, ты, чувак, ты как? 13 часов у тебя есть? Зависимость от дымолисты? Да что ты, наркоман, какие-то все попадаются, а? Персона, ближний бой, хорошая стрельба, все, есть беспечный стрелок, правда, ну, ближний бой. И все остальное у него есть. Так, ладно, Йонг, иди отдыхай, короче говоря, винтовочку. Короче, Корежа, иди забирай винтовку. Давай. Иди забирай винтовку. Переноси винтовку. Так, на этого чувака подзабьем пока что. Ну а что делать? Что поделать? Так, раздеть этого голубчика. Раздеть этого тоже надо будет. Но сначала нужно залечить своих, естественно. Опять там побежал куда-то. Блин, непонятно как. Так, Корежа, стоп. Корежа, иди оказывай помощь. Давай. Сколько тебе там осталось? 7 часов. Да, Корежа, успевай. Успевай, пожалуйста. Даже так? Ну хорошо, ладно, ладно. Не-не-не. Ай, жесть. Эти лишние походы твои, ладно, хрен с ним. Лин, давай уже приходи в себя, честное слово, ну. Корежа, быстрее, пожалуйста, я тебя прошу. Спаси Янга. Янг нам пригодится. Безымянный палец отстрелили ему, ну красота. Ладно, один палец, это не такая уж беда. Не такая уж беда. Все, жить будет. Главное, что жить будет. Так, у кого? Серьезно, Корежа, ну ты что? Корежа, иди спать. Корежа, иди просто спать и все. Не выдумывай, пожалуйста. Иди поешь, да? Иди поешь и иди спать. Так, ты его залечила хоть? О, кровотечение 35%. Ну такое себе. Так, Лин пришла в себя, да? Молодец. О, так, давайте захватим его все-таки. Лин, захвати, пожалуйста. Умиротворение, отлично. Прошло пристрастие. Корежа, молодец. Корежа, умничка, переборола. Дай пошла лечиться сама. Так, стоп, Корежа, ты тогда у нас оказывай помощь ему. Так, Лин, иди захватывай. Сначала начнем, на самом деле, раздень его. Давай, иди быстрее. Иди быстрее, раздела, молодец, теперь захватить. Так, здесь все лежит под крышей, не испортится, в принципе, на этих пофиг пока что. Пока что пофиг. Фу, блин, ну да, жестоко, конечно, жестоко. Так, залечил его хоть? Все, да, хорошо. Хорошо. Заживет, короче, все у него заживет, все будет хорошо. Гранатами нормально раскидал, молодец, в принципе. Так, Йонг, ты пока, наверное, иди обратно. Нет, ты возьми УЗИшку тогда. Наверное, и иди лечись обратно. Что, или иди поешь, что ты там хочешь поделать, поделай. Так, товарищ Лин, ты у нас что делаешь? Ты у нас идешь спать, окей. Корежа, Лача залечи. Лач, где-то такой у нас уже был, по-моему, то ли на стримах, то ли в записи даже Лач. Так, давай, 5 часов у него осталось. Узник. Вербовать, 82%, ну, нормально. Нормально. Блин, один наркоман, правда, жесть какая-то. Ломка уже началась у него. Почти сломлен, эх. Жесть. Сейчас бодринчик у нас тоже кончится, и ему попа будет. Ну, будет жопка некая. Так, Йонг, ты как? В целом нормально, да? Хорошо, Корежа. Вот херово, что у нас врача больше нет, как бы, типа. Я надеюсь, хотя бы у синяков не бывает заражения. Я надеюсь, у синяков хотя бы не бывает заражения. Так, Лин у нас будет с энерговинтовкой теперь, я так полагаю. Ты же у нас самый нормальный стрелок, да? 12, аккуратный стрелок. Так. 8 стрельба, да. 10. Короче, у нас Лин будет точно теперь. Стресс, ладно, потом. Не буду вас сейчас дергать. Короче, потом Лин у нас будет с энерговинтовкой. Корежа тогда будет просто с обычной винтовкой. Все, зашибись, да. Хорошо. Хорошо, довольно-таки неплохо, что называется. Так, этих товарищей разденьте, пожалуйста, это потом уберите. Чтобы все это дело не портилось. Тут все портится, конечно же, лежит. Лач снова может ходить. Отлично, Лач. За тебя я очень рад. Все, опасность миновала, так что ты тоже выздоровеешь. Правда, блин, эти ваши зависимости дебильные, вот прям вообще накаляют. Не могли нормальных поселенцев нам послать, а? Какие-то одни наркоманы. Это не, блин, наркоманы. Даже не знаю, нужны нам такие или нет. Нужны ли нам такие вообще или нет.
Эх, ну ладно. Будем, как говорится, смотреть. Будем смотреть. Сейчас у нас любое поселение стоит золото, в принципе, но наркоманы, блин, все равно не очень. Вспышка звезды. Класс, класс. Сейчас все будет портиться у нас, да? Хотя у нас портится особо нечему, как бы. Если уж на то пошло. Если уж на то пошло, нам особо портиться нечему. Вот в такие моменты, что называется, я рад, когда да, мало припасов на складе. В такие моменты я рад. Так, ну еще жнецы тут валяются, кстати говоря, не разделанные под крышей. Ну, они, по идее, не должны портиться под крышкой. Под крышей дома, как говорится, твоего, да? Окей. Хорошая даже, нифига себе. Нифига себе, урон 12 по 3, вообще отлично. Вообще, правда, дальность такая себе. Даже меньше, чем у удишки, что ли, получается. У удишки вроде 24. Ну, короче, тем не менее, до сюда будет дотягиваться, это хорошо. И это хорошо. Так, Лин, стоп. Сразу раздень. Молодцом. Ну и перенеси там всякие штуки. Он демолист может перенести. Вспышка звезды прошла. Он быстренько, быстренько, нам повезло. Нам повезло, что она так быстро прошла. Нужно лечение кому? Кореже, блин, у нас лечить тебя некому. Только не говори, что у тебя какая-нибудь это пошла. Так, трещина, ребро, синяк, шрам, синяк. Ну, слушай, терпи, терпи, я не знаю, что делать. Терпи, коряжа. Потому что лечить тупо некому. Просто некому. Никто не может лечить, кроме тебя у нас. Тупо некому лечить. Тебя единичка скилл, да? Ну, уже хоть единичка. Единичка хотя бы не нолик, да? Так, охотники, ладно. Строитель у нас пока один. Корежа не может сейчас. Да, и корежа вообще у нас будет, скорее всего, ремесленником. Будет товарищ ремесленник у нас. Так, Лин тут строит. Молодец, строй потихонечку. Пантерка бывала, кажется, тебе местечко новое. Пантерка, извини, это немножко не для тебя. Это чуть-чуть все-таки не для тебя. Так, окей, мы, в принципе, здесь можем ставить обратно все это дело. Установить сюда. Установить сюда. Это дело установить сюда, допустим. А это установить. Там можно здесь день поставить, без разницы, в принципе, вообще. Вообще, в принципе, без разницы. Так. Надо главное это будет отсюда убрать. И можно включать тогда опять кондей. Чтобы работал. Так, энергия у нас валом сейчас. Это хорошо. Это меня прям радует вообще. Прям очень даже радует. Хорошо, хоть генератор есть. Блин, два наркомана вот эти, конечно, меня смущают. Сейчас у него ломка, он почти сломлен. И доедание, чего, не кормить его, что ли? Решили потравить горлом, да? А, у нас кореша, потому что надзиратель, блин. Ну, видимо, ребята не выживут, не знаю. Ломка тоже, блин, да нафиг нам эти наркоманы, даже не знаю, может отказаться от них. Может быть, отказаться от них. Можно устроить им казнь, типа. Да, наркоманы, я думаю, нам не нужны сейчас нас с этими с наркотиками. Проблема будет, точно будет впадать в панику, в истерику. Давайте мы вот так сделаем, короче. Будут еще на нашей памяти поселенцы. Ничего страшного, не хочу наркоманов, вот прям вообще не хочу. Только проблемы с ними будут одни и все. Так, корежа, у тебя синяки-то проходят? Вроде как проходит потихоньку. Отстрелено. Указательные пальцы, лол. Да, тяжело тебе, наверное, без указательных пальцев стрелять. Ну ладно. Главное, что ты как-то это делаешь. Как ты это делаешь, это уже хорошо. И на этом тебе спасибо. Так, у нас тут еда, конечно же, тухнет. Ну, блин. Слышь? Пантера, ты чего? Ты офигела? Иди ешь, я же тебе зону не ограничил. Иди вон, тут тебе животных до хрена. Тут вообще просто пруд пруди. Любого выбирай. Ты ж пантера, ты справишься в любом случае с ними. Херачь его и ешь. Так, умиротворение закончилось. Плохо. Плохо, что оно закончилось. Оно было бы вообще не лишним. Так, Янг полностью здоров. Отлично, Янг, приступай за работу. Готовь простое блюдо, отлично, молодцом. А то есть у вас нечего чуть-чуть уже. Бобра решил для пантеры оставить, что ли? Видимо, да. Видимо, да, так. Еще готовить пошел, ну давай, готовь, готовь. Так, Лин, что делаешь? Лин что-то строит, да? Ага, пилит деревья. Окей, тоже полезное дело. Тоже весьма полезное дело, давай. Так, ну началось. Не успели мы казнить их, да? Так, сейчас он, зараза, будет дверь нашаловать. Идите сюда все. Идите все сюда. И сейчас, как только он вырывается, как только сейчас зараза вырывается, сразу херачим по нему. Прям в упор.
В морду ему вот наглую. Наркоман дурацкий, а. Так, сейчас еще дверь нам поломает, да? Ну, не сейчас. Еще долго. Дверь известняка оказалась очень смертельная болезнь. Торговец оружием. Ох, ладно, сейчас смертельная болезнь у этого. Хрен с ним. Давай, ждала мою дверь. И мы тебя встречаем. Давайте, 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 херачить. Так, стоп. Давайте вот сразу. Давайте сразу добьем его нафиг. Так. Все, помер, помер. Ну и отлично, свободно. Идите, занимайтесь. Так, торговец. У нас кто там, кореша болтливая, да? На единичку. Болтливая на единичку. Так, персона. О, два общения, отлично, кореша. Апнулась немножко, иди поболтай с ним тогда. Иди. Опять отходишь. Что ты как хочешь-то все, просто... Че, так нам как будто тот же самый чувак прилетел. Так, дубина из мрамора. Самая дорогая, да? Ну, остальное мы тебе продадим. Демолист оставим пока. Нож из стали продадим. Продадим, продадим, продадим. Дубину пока оставим. А, вот еще, смотри. А, из пластали, нормально. О, нет, это забирай. Дубину с пластали мы себе оставим. Так, лук точно забираем. Пистолет пока оставим. Энерговинтовка, естественно, оставим. Так, гранат. Дедмен шмотки забирай. Дедмен тоже забирай. Персональный щит оставим пока что. Шляпа, которая вот это забирай. Это тоже забирай. Да, это тоже забирай. Вау, 64 серебра целых. Наторговали, блин. Так, что есть? Снайперская винтовка за 207. А, ужасная. Ну, такое. Автомат. Миниган, автомат, энерговинтовка, это наша. Ракетница судного дня, жесть. Коктейль Молота, вот я бы, может, прикупил бы. Сколько он? 272 бакса, пригодится он нам. В любом случае, давайте купим его. 208 отдадим, да, ну и ладно, давайте. Херак. Так, стоп. Перенести сразу на склад. Почему, блин, зараза? Видимо, из-за крыши, да? Видимо, из-за крыши. О, нет. А, у этого... Господи, да хрен с ним вообще. Вообще насрать. Вообще насрать. Перенеси, пожалуйста, этого товарища сразу отсюда нафиг. Где ему и место, что называется. Во. Где ему и место. Так, отлично. Тут сейчас двери обратно поставим. Из известняка того же. Так, блоки известняка. Установите дверь, перейдите, пожалуйста, новенькую. Так, Йонг, перенеси вот это, пожалуйста, дело. Здесь не надо, чтобы оно лежало. Надо, чтобы двери закрыты были. Во. Так-то лучше. Грузовые контейнеры. Что там у нас? Золото. Отлично. Отлично. Золотишко мы, естественно, заберем. Оно нам пригодится обязательно. Так. Винт тоже переносит. Молодцом. Это включить потом. Здесь уже можно подключиться обратно. Здесь у нас, в принципе, все готово. Проект стоит. Это все готово. Только здесь надо будет стенку сделать, наверное, вот так как-то, да? И не застраивать крышей. Тогда будет нормуль. Тогда все будет нормуль, я так полагаю. Здесь, на самом деле, тоже можно будет сделать стенку и сделать просто двери. Да? Я думаю, да. Сделать двери. Здесь тоже... А здесь можно будет, да, ничего не ставить. Просто будет проход сюда. Здесь будет без крыши тоже. Собственно, и температура будет тоже нормальная. Умер из-за недоедания. Отлично. Раздевайте, уносите. Раздевайте, уносите этого товарища. Как бы видите, сами справились. Наркоманы сами справились. Так, Кореша, ты как там? Кореша полностью здоров. Отлично. Шрам от колотой раны. Шрам от колотой раны. Такой оставишь. Шрамы небольшие, да? Ну, ничего не поделаешь. Так, я опять забыл вам метов кидать. Ну ладно, сейчас, сейчас поспите. Сейчас у вас там все это. Отдохнете. Так, ты спокойно, ты спокойно, ты спокойно. Ну, зашибись. Ну, зашибись. Хорошо, что синяки сами проходят, их не нужно заматывать постоянно. То было бы несколько не очень, мне кажется. Чуть-чуть совсем не очень. Да, так, тут тоже все. Да переносите, пожалуйста, трупики, гранаты не забудьте забрать. Броник, кстати говоря. Тут тоже броник есть, но он, правда, уже такой себе. Такой себе броник. Так, у вас там еда-то есть? Ну, ягоды есть. Пока можете, если что, ягоды пожевать хотя бы. Уже не так плохо, да? Уже не так плохо. Окей. Так, проектик-то начнем когда-нибудь делать или что? Или где? О, нормулек.
Правильно, переноси его там. Там и оставь. Так. Торговец оружием покинул зону связи. Ну ладно, мы с ним поторговали, в принципе, нам больше ничего не надо. Нам больше как бы ничего и не требуется. А, клинок жнеца у нас есть. Но вроде бы они хотели покупать его. Вроде бы они покупать его не хотели. А так-то да, так-то было бы неплохо загнать, конечно. Весьма, так сказать, недурно, да? Окей. Окей. Так, Янг, переносишь? Переноси, правильно. Трупики надо сначала сложить, чтобы они там не мозолили вам глаза и настроение вам не портили. Чтобы у вас не портилось настроение. Так, тут давайте тоже, ага. Ну, короче, еда пока есть в виде ягод хотя бы. Тут шкуру, в принципе, тоже можно на склад перенести. Янг получил пищевое отравление, съел рис. Ну да, горсть риса это не очень. Горсть риса это все-таки как-то не очень, мне кажется. О, да ладно, Лин переносит нас, нихера себе. Что, работа закончилась? Неужто работа, блин, закончилась? Стало все переносить. Ну ладно. Переноси, переноси. Строитель, фермер, да, шахтер. Да вот переносчик. Все, переноси это пока что. Так, а Янг у нас что? Янг у нас повар, вот что. Янг пускай поварит тогда и дальше. Пускай тогда и дальше поварит. Так, реже у нас врач-оператор. Фермер, да? Ну да. Ну все. Тогда таким образом сейчас и будет все у нас происходить. Ты как-то что-то не с того начинаешь переносить на самом деле. Во, правильно, лучше продукты переноси. Перенеси продукты, перенеси все, что портится в холодильник, чтобы оно не портилось. Потом вещи перенеси, тут всякие шмотки есть же еще. Кстати говоря, тут залежи есть деталей. Залежи деталей, тут у вас детали есть. Как бы. Чуть-чуть немножко, да? На всякий случай, я так напоминаю вам, конечно же. Так, тут у вас куча всего, тут еще нефрит. Да я просто. О, нефрит тоже заберите. Пускай будет. Пускай будет. Тут железо потом доделайте. Дособирайте. Так. Ну окей. Окей. А где тут еще кусочек у вас был залеж деталей? Здесь, по-моему, да? Уже все выкопали. Там всего лишь один был фрагментик, видимо. Ну ладно. Ну ладненько. Так, сколько у нас компания? 62. Чего вы не строите? Чего вы не строите его? Так, Лин, ты уже проснулась. Ну иди поешь, и тогда сейчас тебе намечу проект, чтобы ты начала строить его. Чтоб ты начала строить его. Что ты делаешь? Мечет подкову, ладно. Расслабляйся. Расслабляйся полностью, что называется. А после этого, мне кажется, надо все-таки тебе помочь. Определиться с твоими приоритетами, что называется. Несет кожа обезьяна склад, ты можешь... Нужны материалы. Так а что с материалами-то? Железа нет, я так понимаю, да? Спасательная капсула, во. Так. Фига, прямо около нас. Вот это нормально. Вот это нормально спаслась. Так, персона. Общение. Беспечный срок, кровожадность, сова. Сова, значит, да? Ну, в принципе, ладно. Горное дело, строительство все может. А, нет. Не все может. Ну, горное дело-то оно может, может. Общение у нее хорошее. Короче, давайте спасать. 30 лет. Здоровье. Нет никакой зависимости. Сова, пофиг. Просто переделаем немножко график и фиг ты с ним. Фиг ты с ним, что называется. Так, реже. Иди захватывай. Иди захватывай. Давайте лечить ее. Сразу же. Сразу же лечить ее. Так, узник. 39% нормальная вербовка. Травы, да, все хорошо. Трав на сколько? 53 еще осталось, да? Ну, нормально. Можем себе позволить пока что. Так, 10 часов, ну успеешь. Должна успеть, по крайней мере, я надеюсь очень на это. Давай, иди залечи ее. Грузовые контейнеры. Ладно, лечи пока, посмотрим, что там в контейнерах упало к нам. Сено. Да. Сено, ну заберите. Заберите. Так. Лечишь? Лечишь потихоньку, это хорошо. 18 часов, да, все, опасности нет. Сейчас залечишь и будет все хорошо. Ты, кстати, там себе скилл-то апнула хоть немножко. Хоть немножко скилл себе апнула. Все по-прежнему единичка, да? Ну, такое себе. Такое себе, так. Медицина 1. Да. Долго ты будешь апать, конечно, ну ладно. Хорошо, что вообще есть врач хоть какой-то. Хоть какой-то, и тоже хорошо. Все, здесь все хорошо. Тоже надо, тоже здесь обозначить зону будет. Так, сталь 61. Да сталь-то есть на самом деле.
Сталь есть. Так, Лин, что делаешь? Лин что-то там таскает. Ну окей, таскай. Таскай. Так, идите болтайте, да, с ней, правильно, правильно. Давайте ей покушать, болтать, чтоб все у нее было хорошо. Предложила присоединиться, шанс был 4%. Ну, кстати, неплохо, неплохо. Значит, скоро согласится. Порез, ну все нормально у тебя будет. Все у тебя будет хорошо. Жаль, что сова, конечно, ну ладно. Опять же, выбирать не приходится. Выбирать, опять же, нам сейчас не приходится. Все, давайте таскайте. Переносите все на склад. Ага, молодец, Лин. Давай, собирай по максимуму, таскай. Может, потом даже уборочкой займетесь. Как знать. Как знать, может, даже уборочкой займетесь. Так, работа, Лин. Нет, я из тебя хреновый фермер. Ой, не фермер, а ремесленник. Вот искореже было бы норм. Искореже было бы норм сделать. Но она, к сожалению, у нас фермер. А фермер нам тоже сейчас очень надо. Поэтому, пока не знаю, будем, видимо, по мере необходимости как-то обозначать. Хотя, с другой стороны, у нас же камни-то до хера здесь валяется. Известняка 88, и здесь еще... Вон, блин, до хрена. 300 с лишним, 350 там с чем-то, там 360 получается, известняка этого. Его бы только перенести как бы на склад, и тогда будем видеть, что он у нас есть. Но в голове все равно будем держать. В голове будем держать, что на самом-то деле он у нас есть, и вот довольно-таки немало известняка. Ну да, конечно, в голове держать уже, блин, сейчас забуду через минуту все. Уже через минуту все забуду. Давай, вербуй. Она нам пригодилась бы очень. 5,2. Ну, потихоньку растет шанс, нормально. Нормально. Не, главное, тут они сейчас нормально ходят, а раньше обходили. Чё за бред? Так, пищевое отравление. Простое блюдо, серьезно. Ну, вы даете, господа. Янка, ты можешь прибраться здесь чуть-чуть? О, спасибо тебе большое. Это жесть какая-то была. Мало пищи, да нормальной еды. Нормальной еды, у нас же там еще эти растения растут, поэтому вполне себе нормально. Че ты нарыгала-то? А, ты отравление получила, точно. В своей же комнате. Ну ладно, в своей же комнате сама виновата. Что ты делаешь? Медитируешь? Окей, медитируй. Хорош рыгать. Убери рвоту. Жесть, как тебя просто... Фарши метаешь в разные стороны. Ладно, поправляйся, давай, не болей. Ты, главное, не болей. Порыгай чуть-чуть, но не болей. Так, что у нас там с ней, с товарищем Виценте? Товарищ Виценте у нас вылечивается потихонечку, это радует. Это радует. О, корежа пошла в дело. Корежа. Так, стоп, стоп. Экипировать винтовочку. Отлично. Корежа, ты же у нас тоже, да? Да. Корежа у нас экипирует эту винтовочку. Так. Янг у нас ходит с говёной узишкой, да? С херовой же ведь. Короче, иди вот эту нормальную экипируй в любом случае. Во. А, нет, слушайте, это соточка вообще была. Ну, это отвратительно было. А сейчас у тебя вроде нормальная, да? А, наоборот, это херово, что ли, тоже 15%. Нет, стоп, обратно на день эту. А это, да, это херово. Нет, это вообще ее нафиг выкинуть надо. Ее надо нафиг выкинуть вообще. О, шмоточки пошли. Так, ладно. Хорошо. Пока вроде бы хватает даже двух солнечных генераторов, да, одного ветряка и геотермальника. Ну, второй-то, блин, начнете когда-нибудь строить, я надеюсь, все-таки. Так, вам нужно помочь с железом, я так понимаю, да? У вас здесь все приказы все стоят, если что. У вас приказы тут вообще-то стоят, если что, так что это самое. Можете как бы заняться этим делом. Ну так, чисто. На секундочку, да, если задуматься об этом. Если об этом задуматься, окей. Так, что с едой? Да, вроде как более-менее есть. Наверное, поохотиться надо, да? Сколько тут? 453 клубники, блин, граждане, товарищи. Давайте, носите ее на склад, пожалуйста. Лин, ты ж переносишь. Ты ж переносишь все, давай. Займись-ка этим делом. Было бы весьма недурно. Было бы весьма недурно с твоей стороны. Поломка аккумулятора, красота. Красота просто. Да и только, ладно, почините. Сейчас день наступит, я думаю, почините. Компоненты, тем более, у вас есть. Даже не так уж и мало, 62.
Неплохо, так кореш, что делаешь? Играешь в бильярд, окей, стоп. Можешь переберешься тут чуть-чуть так, слегонца. Чтобы покрасивее немножко было все-то. Ну, хотя бы так чуть-чуть, спасибо. И на этом спасибо, что называется. Ты пошла у нас фермерить, окей. Все, правильно делаешь, 11 градусов, слушайте, как хорошо сейчас на улице, а? Вот бы круглый год было так, до 20. Никакой жары, никаких стрессов, ничего бы не было, красота была бы, а? Какая тогда была бы красота, просто неописуемая, что называется. О, новый рекрут. Здрасте, новый рекрут. Так, ты у нас сова. Ты у нас будешь... Ты врачом тоже? 3 даже у тебя. О, слушай. Это хорошо. Так, отдых, естественно, оператор. Надзиратель, тоже единичку тебе ставлю. Так, кто-то там у нас еще. Строитель, да? Хорошо. И породу добывать можешь. Молодец. Остального нихера не можешь. Ну ладно, неплохо. Неплохо. У нас второй врач. Надзиратель. Уже хорошо. Правда, это у нас сова. Никаких наркотиков, естественно. Так, кореже, у тебя вообще-то личное время. Давай. Так, а у тебя... Ты у нас сова. Ты у нас сова, да? Так, она любит работать ночью. У нее поднимается настроение, если она просыпается ночью. Уменьшается, если просыпается днем. Ой, боже ты мой. Ладно. Сейчас. Так, мы теперь здесь тогда убираем. Личное время ставим. Сон у тебя будет где-то здесь, да? Так. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, часов? Ну, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, так тогда. Все немножко перепутано у тебя будет. Ну, что поделаешь. Так, комнат у нас куча. Так, стоп. Ты у нас кто? Ты у нас ближник, да? Ну, такой, как бы, относительный. Ладно. Иди экипируй туда дубину. Пока что. Наверное, будешь... Слушай, тебе гранату дать лучше. Или тебе лучше дать гранаты, а? Так, еще раз персона. Ближний бой, стрельба 0. Нюха. Базовое ознакомление. Ладно, будешь с дубиной пока бегать. Будешь пока бегать с дубиной и с персональным щитом. Будешь, так сказать, прикрывать наши тылы. Так, ты что там, приболела еще, что ли? А, долечиваешься, окей. Долечивайся, блин, здесь грязно, жесть. Что ж, жесть какая-то, если честно. Так, вот, кстати, ты, наверное, и займешься тем, что будешь добывать железо. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это очень сильно. Я на это очень сильно надеюсь. Ну что, друзья, давайте серию будем завершать на этом. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. И до следующего раза. Всем пока-пока.